В женской исправительной колонии, которая находится в Алаторе, прошел день открытых дверей. Закрытое обычное учреждение распахнуло свои двери для родственников и друзей, отбывающих наказание. Одна из нечастых встреч начинается со слез и объятий. Это свидание необычное. Родственникам разрешили попасть на территорию колонии и даже провели экскурсию, показали, в каких условиях содержатся осужденные. Женщины, в свою очередь, решили порадовать близких своим творчеством. Пели песни, танцевали и читали стихи. Признаются, после таких встреч улучшается настроение и возникает желание побыстрее вернуться в ряды законопослушных граждан. Кому-то приехали дети, которые бросаются на шесть к радостным крикам «Мама!». И только ради этих слов мы готовы целый год работать, ждать и надеяться. Это недолгое время, проведенное с ними, дает силы нам для дальнейшего отбывания наказания. Сейчас в колонии находятся около 600 женщин с разных регионов страны. И такие встречи с близкими очень сильно влияют на их мировоззрение, уверены работники колонии. Ведь человеку гораздо проще встать на путь исправления и вернуться к нормальной жизни, когда он знает, что на свободе его любят и очень ждут.